В комнате Полины начинается сборка модульной мебели. Заметьте, в каком бы стиле ни оформлялась комната ребенка, первое требование к мебели – многофункциональность. Эта задача становится важной вдвойне, если работать приходится в таком небольшом пространстве, как у нас. Наша юная героиня мечтала о двухэтажной кровати, а также нам нужен объемный шкаф. И дизайнер Юлия Широкова спроектировала для Полины уникальную мебельную конструкцию – шкаф-кровать. У нас в самом разгаре сборка мебели. Полина мечтала о двухъярусной кровати, а поскольку второе спальное место нам не нужно, это позволило разместить систему хранения под кроватью. Тем самым мы не перегрузили и сэкономили пространство в комнате. Но, разумеется, помимо функциональности, детская мебель должна быть и красивой. Ребенок это обязательно оценит. В оформлении фасада шкафа использован рисунок Полины. Мы его масштабировали, и это послужило прекрасным принтом для дверей шкафа-купе. Все это сделано для того, чтобы продемонстрировать ребенку, как предметы творчества можно использовать для жизни и в дизайне. Даже в ступеньках, которые ведут на кровать, спрятана система хранения. Необходимо место для творчества. А то я раньше рисовала не на полу просто, раз стола у нас нету. И, наконец, самое важное место для будущей школьницы – учебное пространство. Увеличенный размер рабочей поверхности позволит Полине комфортно заниматься здесь всеми любимыми увлечениями – от рисования до вышивки. Имея всего 3 квадратных метра, мы смогли разместить на балконе рабочую зону и зону ТВ. Здесь Полине будет удобно заниматься уроками и всевозможными увлечениями, а присев сюда, Полина с комфортом может посмотреть телевизор. Командор специализируется на нестандартных решениях в дизайне. Богатый ассортимент продукции поможет воплотить в жизнь любую смелую идею. А грамотные специалисты компании реализуют ее в помещении любой сложности. Если шкаф-купе, то командор.